Подписались. Скажи всем привет. Привет, скажи всем. Знаете, Кусакины. Кушай. Так, твоя где чашка? Куда ее дели? Иди. В уголке. Кушай. Так, пойдемте. Кур накормим. Да. Опять придется чистить. Ё-моё. Привет. Есть вода? Водичка есть. Сейчас. Да сиди, ладно. Вы чего? Все нормально? Чего? Квохчите-то? Тут у нас тоже подарочек. 4 штука. Уже хорошо. Так. Так. Еда есть? Есть. Вода есть. Все, до вечера. До вечера. Куда пошел? Все, жука. Трындец, да? Высота не взята. Снегу столько, что собакины могут уже через забор уйти. Пришлось откопать. Жукин пробовал, не взял высоту. Не рискнул. А он все идет и идет. Ладно. Надо немножко тут подшкурить, шмурить. Собаки на затопчут все.
этом вообще не отдерешь. Давно вам хотел показать, все время забываю. София нарисовала картину. Сейчас покажу еще одну. Вот такая, поменьше. Но тоже красивая. Шикарная картина. Так, звоним в Газпром. Какие-то угрожалки приходят непонятные. Сейчас попробуем разобраться в этой ситуации. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Как я могу обратиться к вам? Меня зовут Николай. Ольга, подскажите, пожалуйста, супруги приходят какие-то с угрозами сообщения на телефон по лицевому счету, который вообще никогда и не принадлежит, и не принадлежал нам. Как это можно, вопрос уточнить? 310. Да, но у нас другой номер лицевого счета совершенно. А вот на электронную почту ей приходит? Ну, на телефон. А, на номер телефона? Да, да, да. Так, 937. Ну, тут уже не проживает, да? А это адрес. По какому? Ну вот, такие шикарцы. Но только у нас номер лицевого счета совсем другой. И у нас задолженности нет никаких по нему. 163. У вас... Так. А показания у вас не скажете, какие сейчас? Сейчас не скажу, это надо идти смотреть. А ну... 165 копеек. Вот поэтому пришло послание вам. Да ну нет, мы по счетчику, у нас по счетчику мы платим. Как может быть такая огромная эта? Ну вот, а я вам и хочу сказать, что у вас показания, наверное, меньше. У вас там что-то предыдущие в ноябре были 1300, а в декабре у нас сформировались. Дело в том, что она оплатила, она оплатила, и вот через день или на следующий день пришли вот эти непонятные. Да, конечно, сможем. Чего же не сможем? А через наш сайт, так, как вы передаете указания? Она, она вообще платит его через Сбербанк, мне кажется. Оплату производит. Нет, я хочу сказать, вы сможете нам фотографию счетчика переслать через наш сайт или через личный кабинет? Сможете? Да. Наш сайт, вот это, samarregiongaz.ru. Ну, это вот в платежке который, да? А да, он указан в платежке здесь? И там обратиться онлайн, заполните свой номер телефона, лицевой счет, вот этот, который вы мне сказали, 160 и дальше. И вот эту фотографию счетчика прикрепляете и отправляете нам. И тогда наши специалисты внесут правильные ваши показания. Хорошо, хорошо. И тогда у вас изменится такая сумма, конечно. Хорошо. Все, сделайте, пожалуйста. Угу. Спасибо. Спасибо. Оцените, пожалуйста, качество работы оператора по шкале от 1 до 5, где 5 – это максимальная оценка. 5. Звоним в Тиньков. Примерно около 2 месяцев назад я пытался закрыть полностью все счета, карты. Написал
на запрет обработку персональных данных и проверку кредитной истории. Сейчас мы позвоним и посмотрим. Вернее, услышим, что нам скажет специалист, в каком состоянии сейчас находится решение данного вопроса. Я у вас на коллегу. После переключения, пожалуйста, расскажите ему кратко, какой у вас вопрос. Здравствуйте, Николай. Меня зовут Таисия. Чем я могу вам помочь? Таисия, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, примерно 2 месяца назад я закрыл все продукты банка. И девушка сказала, что для полного завершения нужно будет уточнить через 2 месяца. Позвонить через 62 дня. Подскажите мне, в каком стадии сейчас находится рассмотрение? У вас нет продуктов банка? Ну, продуктов банка нет. Мне до сих пор приходят какие-то предложения на кредитные карты. Вот это вопрос мне непонятен. Но предложения приходят в любом случае. Ну, я же установил запрет на обработку персональных данных и на проверку кредитной истории. Почему до сих пор приходят? А когда последний раз поступили уведомления? Да на прошлой неделе. Ну, все, что с того момента, как мы общались с специалистом, так продолжается. Что одобрены кредитные карты там. То есть вам отключить уведомления? Мне, я хочу полностью отключить все и личный кабинет, удалить все мои данные с сайта. Понимаю, вы занимаетесь вашим вопросом. Хочу вас предупредить, если удалим этот номер, вы не сможете пользоваться некоторыми нашими услугами. Например, вам не придет смс о подозрительных операциях, также вы не сможете заходить в личный кабинет приложения. А какие могут быть подозрительные операции, если у меня ничего не будет? Подозрительные операции... По какому вопросу они могут быть, если у меня нет никаких продуктов банка? Это получается, что они опять зайдут в мой личный кабинет и оформят на меня кредит, так что ли получается? Нет. В любом случае без вас ничего не смогут оформить. Ну, на жену-то оформили. Понимаете, какая ситуация произошла? Я же не просто так это сейчас делаю. Зашли в систему и внутри системы оформили кредит и сняли деньги. Понимаете? Ну, да. Это все ладно, это понятно, что вопросы не к вам. На данный момент я хочу полностью удалить все следы, мои данные, все полностью, чтобы никаких вопросов больше не возникало. Ну, а вас удаляют данные. То еще вопрос такой, что вот на тот момент, когда это 2 месяца назад произошло, когда специалист все закончил, у меня просто выбросил из личного кабинета, я все равно туда зайти не мог. На протяжении 2 месяцев. Даже в чат не мог зайти. Вот это вот у вас какая-то система непонятная. Как вы работаете-то? Обработка ваших персональных данных прекращена. А также я удалила все данные в целом. Ну, то есть я теперь... Спокойно удаляю приложение Тинькофф, правильно? Больше да. Никто своим этим, не дай бог, не зайдет туда. Нет. Все понятно. А вопрос еще такой. Для того, чтобы полностью получить ответ о закрытии, я должен написать письмо на московский адрес, да? Ответ о чем? Ну, что продукты полностью закрыты и отозваны все на обработку персональных данных, на кредитную историю. Или это можно как-то получить другим способом? Если только назначать расторжение, отправку документа, мы отправляем либо представителям, либо на почту документы о расторжении договоров. Ну, это можно сделать? После отзыва персональных данных нет, только если сейчас менять их, снова вносить почту. Ну, вы мне гарантируете, что мне не потребуется данный документ? Что, да. Что не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств, никто, третьи лица не получит доступ к моим данным? Да, я вам это гарантирую. Хорошо, Таисия, спасибо. Всего
Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну вот, друзья, сами все слышали. То есть я специально не тревожил их отведенные 62 дня, как они мне сказали. Но если бы я сейчас не позвонил, ВОЗ бы был и ныне там. Продолжается реклама, продолжается оформление, одобрение каких-то продуктов, кредитных карт, какие-то предложения. То есть это такой банк, по которому необходимо просто долбить, 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 долбить и долбить. Если в Сбер вы можете сходить, то здесь вы просто вот, только вот телефон, иначе никак. Посмотрим, проверим. Телефон горячей линии, в принципе, у нас есть, мы его знаем, в любое время можем также позвонить и уточнить этот момент. Но Таисия мне пообещала, что больше не должно возникнуть никаких вопросов. Посмотрим.